Напряжение между Алжиром и Парижем не снижается. Вслед за отзывом посла из Франции, Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов, осуществляющих миссию у берегов Африки. Отношения резко обострились после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Как сказано в публикации «Монд», Макрон назвал полностью переписанную официальную историю Алжира, которая основана не на истинах, а на ненависти к Франции. В Алжире назвали эти заявления безответственными и подчеркнули, что категорически не допустят вмешательства во внутренние дела государства. Впрочем, до этого отношения сторон были натянутыми. В минувшую среду Париж объявил о сокращении количества выдаваемых алжирцам виз вдвое. После этого посол Франции в Алжире был вызван в МИД, чтобы его известили об официальном протесте.